вкусный творожный кекс приготовить можно и без ягод. Предлагаю вашему вниманию не менее нежные и мягкие фисташковые творожные кексы. Рецепт фисташковых творожных кексов. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Подписавшимся, больше вкусностей. Такие продукты будут нужны. Пшеничная мука, 220 грамм. Сливочное масло, 110 грамм. Сахар, 150 грамм. Творог, 200 грамм. Яйцо, 3 штуки. Разрыхлитель теста, 1 чайная ложка. Миндальная эссенция, 1 чайная ложка. Фисташки, 50 грамм. Грецкие орехи, 50 грамм. Лайм, 1 штука. Количество порций, 3-4. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте. Подписка – гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Пока-пока!